еще вопросик зачитаю быстренько. Вы в клубе проводите марафоны только по сухому голоданию или по депривации сна тоже? Мне 80 лет, терять мне нечего. Хочу к вам в клуб. В клубе, да, у нас каждую неделю идет депривация сна. Проводим эфиры, марафон. Вот сейчас у нас с понедельника будет марафон в клубе. Решили такой марафон лайв сделать с большой-большой поддержкой, потому что нас там уже достаточно много человек. Я думаю, что нам там будет весело. У нас будет 5 дней марафон вот этот длится. И там буду спикером не только я, но и будут ребята, будет Рима, будет Настюша у нас, которая с нами позанимается зарядкой, будет Светлана, которая нам сделает выход эмоций через танец. И будет у нас Лариса, которая расскажет свой опыт, который тоже, по-моему, совсем она у нас молодая, юна, 72, по-моему, ей, да? Она у нас самая бойкая из всей нашей компании. Поэтому присоединяйтесь.